Всем привет, это сезон Степного Крыма. Сегодня 17 июня 2024 год. Вот, отбирал немножко меда на откачку. Как раз 6 корпусов. Вот. Отобрал. Так вот, ставлю его в штабель. Кто-то спрашивал, использую ли я пленку. Вот использую я пленку только в таком случае. Когда мед отбираю, накрываю вот здесь вот пленкой. И стоит в холоде он до завтра. Завтра утром начну снимать прополис с этих рамок и начну откачку вот этого меда. Такой вот мед собрали на откачку. Сюда. Блин, неудобно вытаскивать. Короче, там весь такой. 90% где-то печатные магазины. Вот так вот где-то. Там прям до 100% не обязательно ждать печатку. Ну так. Короче, вот наотбирал. В общем, отбираю, где мед зрелый. И заодно сразу проверяю маток на облет. Залажу сразу вниз. Раз уже пришел к семье, открываю. И раз ее потревожил, то уже сразу проверяю матку на облет, если это необходимо. И сразу мед отбираю. Если нет такой необходимости, то просто отбираю мед, даю в разрез сразу. Если есть необходимость, даю в разрез корпус, сушусь лощиной, все, отбираю зрелый мед. И завтра отсюда будем снимать прополис. Видите, где-то семьи хорошо сверху прополисуют, где-то вообще не прополисуют. Это все верхние магазины. Вот стоял сверху и вообще не прополисован. То есть есть семьи, которые вообще минимум прополиса. Есть семьи такие, где-то там прополисуют, где-то не прополисуют. Ну, короче, тяжеленное все, не подниму два одной рукой. В общем... В общем, как-то так. Все, завтра будем. Снимаю завтра прополис, когда он остынет с корпусов, с магазинов на продажу. Снимается прополис и погнал откачивать. Распечатывать и откачивать. И так потихоньку, через время. Повторяем. Кошку запустил, мышей посмотреть здесь в летней кухне. Пусть немножко проверочку сделает, а то вдруг где-то мыши есть. Всем пока.